И всем привет! Те, кто любят играть в шутеры, это Warface. Я приветствую вас на своем канале. Сейчас посмотрим контракт. Я еще не играл, вот я сегодня пришел с пары, сделал всю домашку, отдохнул, еще не играл вообще. Не знаю, без разминочки так на запись опасно поиграю. Вот еще награды даже не все выполнены. Так. Чего же начать? Не знаю, захват сделаю, наверное. Где тут вот это вот убежище? На К-103. Вот я как бы заживо привыкаю только тогда, когда поиграю 2-3 игры. Так что я не знаю, что будет. Не удивляйся, я не такой уж опасный донатер. Это катана на время. Мне дали за ежедневный флот. Сейчас писать, блин, будут. Фу, катана, что? Донатер. Там это все и тому подобное. Обычный пацанчик. Закинул, я тут удивился недавно, закинул в терминал 100 рублей, нет, 150 рублей. И потом захожу, вот когда заходишь, там типа тебе дают этот ежедневный бонус, типа вот эта вся фигня. И там типа VIP что-то было написано, но я не обратил внимания и замутил этот, типа окей, что за команда. И после этого у меня вот хотел вот эти деньги, кредиты, я хотел вот зайти и положить денежки, чтобы этот купить этот VIP. Хотя тут не хватает, кажется. И ну не суть. Захожу, короче, я и смотрю, у меня VIP на 70 дней. Как я офигел, вы бы знали, как я офигел. Хотел положить на месяц, и мне дали почти на 3. Почти на 3. За то, что я просто положил 150 рублей, типа больше 100 рублей кладешь, и тебе дают, короче, випку на 70 дней. Ну и вот я сейчас не играю, уже сколько месяц уже прошел где-то. Или меньше месяца, я не знаю, не считал. Это в октябре 20-го, где-то 2016-го я купил. Ну, недавно. Положил я. Вот. Сейчас зарублюсь нормально, спокойненько. Ну, вот, убежище у нас. Убежище. Захват. Ну, посмотрим. Ни одного медика, впрочем, ничего нового. Грузитесь, пацаны. Надеюсь, вам игра будет хороша, слышно. И извиняюсь, если какие-то будут шумы, не шумы на моем микрофоне, потому что я вот только привыкаю к нему, только начал деятельность Ютуба. Ну, понимаете. Куда вы ни одного убить не можете, а? Так, я попал, походу. Блин, я не помню, я ставил этот свой на хил. Ой. Короче, валить надо. Походу, валить надо. Сейчас меня тут снайпер примет еще. Не принял. А я вроде кого-то слышал. Или нет? Идем. О, я думал 8, нормально. Давай, забирай. Вот видите, вот сейчас я. По-любому сидит на респе. По-любому. Снайпер. Нет, что ли? ХЗ по-любому на респе. А может и нет? Найс. Nice. Я не вижу его. Может и нет. Так, обратно одеваем глушак. Меня еще ни разу не попали, я не помню. Ставил ли я свой этот шлем на ХП?
Если не ставил, это печально. Здесь замечен противник. Кто меня прокидывает? Я ненавижу, когда меня подпирают. Но кто здесь сидит так? Стоит. О, минус 2, нормально. Так, у нас в плюсе минус 3. Вот если бы кто-нибудь взял меда. Никто меда не взял. Ладно, обходим. Дым, чтобы, если снайпер будет там, чтобы он меня не принял. Итак, их двое. Тихо, я кого-то слышал. Фу, блин, одного меня уже прокинули так. Так, это низ. О, найс! Я чисто ваншотнул, нормально. Пока на 4-0 пока идем. Заметьте, я еще не разминался, не играл ни разу. Да куда? Тупая эсерская кровать. Тупая эсерская кровать. Меда, меда, пацаны, меда. У них уже мед есть. Так что нам тоже нужен. Блин, меня уже спалили. Ну, это кто был? Это свой сорвел? Вот я тебя даже не видел, это что за ВХ? Это что за бред? У меня высокие настройки, я бы тебя увидел, там не было тебя, что за бред? Ох, ладно. Давайте, пацаны, тащить. О, затащил. Давай, Инж, давай, давай, давай. Ну ты его убить не мог, а? Ну чё вы такие опасные? Так, эти коды. Вот если бы хоть один мед был бы, хоть один. О, у них тоже меда нет, нормально. Куда? Вот это все эти, блин, прыгают, как кузнечки. Не вариант, блин, нормально сосредоточиться. Вот если бы каждый свою позицию держал, было бы все нормально. Беги, беги. Окей. Итак, он остается один. На. Нет, он остается. Давай, давай, беги, беги. Молодец, все нормально. Найс. Нормально. Надеюсь, я получу эту ачивочку, то, что я первую победу сделал в этом режиме. Надеюсь, здесь опять снайпер не будет. А может и быть. Сэрская кровать. Заметьте, еще никто меда не взял из противников. Ну, найс. Что-то ошибка раздает, опасно. Молодец. Я попробую защитить их. Конечно, я это делаю нормально. Да куда ты встал? Ну не в меня же. Так, там снайпер. Я там стоять не могу. Ситуация нормальная такая. Так, а тебя я, голубчик, видел.
Ну, ненадолго. Да. Нормально, команда, значит, попалась. Что мы так играем хорошо. Ладно, я все равно за защиту играю, а я один эти пламя-гасители. Дус! Изи игра, блин. Ура, мы выиграли, все нормально. 4-4, ни в плюс, ни в минус. Но это ж я, нормально. Ну, всем спасибо за просмотр, это был Warface на карте убежища. Заквас штурмовика. Ну, что я могу сказать, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставьте положительный комментарий. Всем удачи, пока.